И снова здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать, как проходит второй этап вступительного экзамена в музыкальную школу. Ребенку предложат прохлопать ритм вслед за учителем. Сейчас я предложу несколько вариантов ритмических рисунков, а вы попробуйте похлопать их вместе со мной. Итак, готовы? Начинаем! А теперь вы. Хорошо, теперь, пожалуйста, следующий ритмический рисунок немножко посложнее. Справились? Молодцы! Еще один вариант. Следующий. Еще слушаем. Хорошо, теперь такой. Так, и еще один. Ну и давайте еще один напоследок. Молодцы! Советую вам тренироваться почаще. Один, например, мама хлопает, а ребенок за ней повторяет. И тогда вам будет очень легко пройти это испытание. Всем удачи!